Мастер спорта. Такое гордое звание теперь носит магнитогорский легкоатлет Кирилл Ведешкин. Недавно в Челябинске прошло первенство России по легкой атлетике среди юниоров. В составе сборной команды региона приняли участие 6 магнитогорцев. 19-летний Кирилл ехал на соревнования подтвердить статус мастера. При этом спортсмену удалось стать и обладателем золотой медали. Он стал лучшим в прыжках в высоту с результатом 219 сантиметров. Волнение всегда на каждом старте есть. Здесь все-таки был небольшой мандраж, потому что старт достаточно обширный. Приходилось больше как-то заставлять себя концентрироваться. Соперники были хорошие, но не всегда достойны на самом деле на таком старте. Могу их поблагодарить за то, что они навязали свою конкуренцию, дали такую возможность и подбодрили меня. Зимой в нашем манеже 2.15 прыгнул, сейчас уже 2.19. Следующий рубеж, рекорд манежа 2.24. В легкую атлетику Кирилл пришел во втором классе. Точнее, как это часто бывает, привели родители. Но позже, как признается молодой спортсмен, у него проснулся осознанный интерес. Без трудностей, как и в любом спорте, не обходится. Преодоление себя, каждый раз заставлять себя, нужно какие-то новые рубежи выходить. Потому что все равно, когда результат поднимается, соответственно, и поднимается уровень подготовки. Все новые и новые упражнения, все новые и новые объемы. Все увеличивается. Психологически это иногда дается более сложно, чтобы найти в себе эти силы и заставить себя сделать это. Желание какое-то, вот это вот что-то внутри тебя, тебе это нравится, и ты вот, что-то изнутри, в общем, оно вот горит какое-то пламя и дает тебе силы. Как признается тренер Ирина Павловна Парамонова, работать с Кириллом – одно удовольствие. Благодаря упорству и стопроцентному выполнению указаний тренера, молодому человеку удается достигать высоких результатов. Психологически теперь ему будет тяжело, потому что пока он не стал чемпионом, планы были показать просто результаты. Сейчас на подсознании все равно у него будет желание. Он уже стал первым. Не хочется это озвучивать вслух. Мы вообще никогда на старт не загадываем. Но самое главное, я всегда об этом говорю, это не место. Все-таки самое главное, это чтобы человек рос, чтобы он себя умел побеждать и выигрывать у себя. Тогда приходят вот такие неожиданные приятные победы. Впереди финал спартакиады России среди юниоров, который состоится в конце июля в Челябинске, где Кирилл Ведешкин примет участие вместе с другими легкоатлетами Магнитогорска.